уважаемые учителя, дорогие педагоги, от всей души поздравляю вас с профессиональным праздником, Днем Учителя. И если для вас этот праздник профессиональный, то для нас, для всех жителей города, неважно какого возраста, будь это дети или убеленные сединами ветераны, этот праздник народный, потому что в каждой семье есть, были или будут ученики. Все мы сами когда-то были учениками, помним своих первых учителей, помним те уроки жизни, которые вы нам преподавали. От всей души желаем вам здоровья, творческих успехов. Новотроицкая школа образования всегда славилась своими традициями, поэтому особое поздравление я хотел бы сделать нашим ветеранам педагогического фронта за те моменты, которые вы внесли в систему образования города Новотроицка, за тот опыт, который вы передали молодым учителям. Огромный и низкий вам поклон. Здоровья, здоровья, еще раз здоровья. Также хотелось бы поздравить молодых педагогов, которые в этом году только переступили школьный порог уже в новой для себя ипостаси, либо которые работают еще совсем немало лет, немного лет вернее. Поэтому вас с праздником, вам успехов, никогда не отчаивайтесь. Наверное, вы уже почувствовали вкус педагогического труда. Он очень сложный, он очень ответственный, но, наверное, особая ни с чем не сравнимая радость от достижений учеников, от полученных результатов. С праздником, дорогие учителя!